все отходы. Вон те тоже отходы. Они никуда в дело не пойдут, только будут или сжигаться, я не знаю, сжигаться не будут. Это откуда привозят? Это оттуда все, вот где пилят. С основной точки основной, сюда привозят. Да. А вот этот вот опил, ну, видите, погрузчик, валит вот этот бассейн. Он глубиной 4 метра, площадь его 2000 квадратных метров. Что тут раньше было? Бассейн, бревна кидали, они намокали и подавали в опильный цех, их пилили. Это во времена Советского Союза, когда вы еще работали? До 2018 года. Потом все брошено. И это вот эта вот штука, это такой же опил, только он горит еще страшнее. То есть пламя вон там будет, до облаков. Как далеко отсюда до поселка? Сколько примерно метров? Ну, 250. До ближайших домов? Да, да. А противопожарный вот шел, значит, оттуда, вот до этого, до этой трубы и вот сюда, вот за бассейном, вот до этой вышки и туда, вон в тот кран, противопожарный водопровод, диаметр 100 был. И тоже от этой трубы туда, подземные пожарные гидранты все стояли, они и сейчас стоят, гидранты и трубы там стоят, но все нужно менять. Сейчас они не рабочие. Нет, а воду-то там. Трубы убрали. И насосные все внутренности оттуда все растащили. Трубы убрало предприятие вот новое. А в самом здании там растащили. Ну, растащили, короче. Неизвестные люди.